Всем привет! И снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Сегодня я хочу поделиться очень вкусным рецептом приготовления салата. Салат, который подходит на любой праздник. Друзья, начинаем готовить. Поехали! Для начала приготовим соус. Здесь у меня примерно 80 грамм сметаны. Добавляю примерно еще столовую ложку майонеза. И щепотка соли. И хорошенечко перемешиваем. Больше добавлять ничего не буду. Вы дальше поймете, почему я ничего больше не добавил. Так как у нас остальные ингредиенты уже, скажем так, готовые. Вот такой вот у нас соус нежный получился. Максимум сметаны, минимум майонеза. Очень нежный, очень вкусный. Один из очень вкусных ингредиентов в этом блюде, в этом салате, это копченая грудка. Друзья, нарезаем грудку кубиком. Кубик не очень мелкий, средний. Таким вот образом нарезаем. Берем красивое блюдо, ставим кольцо. Буду формировать в кольце. Выставил диаметр 16. И отправляем первым слоем куриную грудку. Сверху отправляем соус. В этом салате использую маринованные грибочки. Следующим слоем отправляю грибы. Я буду использовать колбасный сыр. Мне он очень нравится. Именно его вкус. Через мелкую терку натираю. Следующим слоем у нас идет сыр. Друзья, все граммовки будут под видео. Так что заходите, смотрите и готовьте, конечно же. Добавляю соус. Для этого салата использую петрушку и укроп. Нарезаем мелко. Добавляем следующим слоем зелень. Завершающий слой – это у нас морковка по-корейски. Ну вот и все. Салат готов. Очень вкусный, ароматный. Осталось только снять кольцо и можно подавать на стол. Ну вот, друзья, получили мы в конечном результате очень яркий, красивый салатик, друзья. Самое главное, что по бюджету он не очень дорогой, так что готовьте, друзья. Кому понравилось, конечно же, надеюсь на ваш лайк, подписку и, конечно же, делитесь с друзьями. Не забываем комментировать и, конечно же, готовьте вместе со мной. Я прощаюсь с вами ненадолго. До следующего видео. Всем пока.